Всем привет, привет. Сергей, иди, а. Пошел мыться. У меня завтрак. И я решила завтрак начать прям сразу с рыбки. Вот ее подогреваю сейчас в духовке. И буду есть потасу, свою потасу. Я буду есть до сытости. Три рыбки, значит, три. Четыре, значит, четыре. Ну и оставшиеся тоже потом еще попозже. Знаете, я сейчас иду в магнит и думаю. Я не нарушаю диету. Я даже снизила калории. И все равно вес стоит. Разве такое бывает? У меня такой огромный вес. Мне кажется, с 1600 калорий он просто должен таять у меня на глазах. А он просто стоит. Что-то как-то подозрительно-то. Сильно подозрительно. Мое тело хрен обманешь, наверное. Не знаю, я буду дальше продолжать питаться, конечно. Белком и салатом. По большей части. Я вернулась домой. Будет небольшая распаковка. Я ходила в магнит. Я вот все не могу никак успокоиться. Я начинаю падать духом, вот честно. Когда я вижу, что стоит и хер знает сколько, я говорю, у меня столько килограмм, что оно должно просто сбрасываться, я не знаю, только в путь. Но нифига, оно не стоит и все, я не знаю, что делать. Даю себе еще 3-4 дня, и если на четвертый день я взвешусь, и вес будет опять тот же, тогда я начну уже более жесткие меры. Ну, не жесткие, а как? Я хочу тогда перейти на корейскую диету. У меня такое ощущение, что, знаете, вот этот подсчет калорий, он мне помогает поддерживать вес, но не сбрасывать. Если вдруг через 4 дня вес будет 132,7 и никуда он не сдвинется, значит, я соберусь в кучу и сяду хотя бы на недельку на корейскую диету. Я уже рассказывала про нее. Это значит завтрак 3 яйца, чай или кофе, обед 3 яйца, яблоко, чай или кофе, и ужин яблоко и овсянка. Вот. Буду так. И посмотрю, что будет дальше с весом. Потому что это на самом деле очень обидно, когда ты реально, я реально не срываюсь, я не ем ни сладкое, ничего. Ну вот я вам прям показываю, что я ем. Меня уже это просто, конечно, выводит. На завтрак сегодня я ела рыбу, сейчас буду ее доедать, а на ужин, я не знаю, или салат сделаю, или овощи. Потому что, кстати, вот, я купила себе овощи. Купила себе овощи. Вот, наверное, сколько здесь калорий, мне просто интересно. Тут 58,5 калорий. То есть это получается 400 грамм, наверное, как обычно. Ну да, 400 грамм. Так, ну, грубо говоря, 60 на 4. 64, 24. Плюс-минус 240 калорий. Вот, думаю, что на ужин у меня будет либо салат, либо вот эти овощи. А там посмотрим, конечно. 130 рублей они стоили. По акции. Или 120, нет, 130, по-моему. Макарошки. Не знаю, там ценника не было. По акции они, без акции. Где-то был чек. Или я его уже выкинула. А, есть. Просто мне неохота искать. Просто не хочется. Вот, макароны сырные. Не, без акции. 93 рубля. 93 рубля. Это без акции. Купила 3 бананчика. Так что смотрю, Андрей бананы доел. Я их кладу на подоконник. Андрей, так как он очень рано встает, он дома не завтракает. Он в 5 утра встает и умывается, и сразу едет на работу. Но он с утра заходит на кухню, берет бананчик, съедает 1-2 и уже отправляется. Очень хороший, кстати, завтрак. Во-первых, не тяжело. Во-вторых, это фрукт, питательный, витаминки и все остальное. Так что в этом плане молодец. Колбаски Мираторг по супер акции 120 рублей. Угу. Наверное, у них завтра будет. Сегодня я буду своим готовить плов. Я уже купила мясо, но это в другом магазине. Так, кукурузу взяла баночку, это для салатиков. Ну или что там, я не знаю. 2 молочка взяла, это не сливки, это молочко маленькое. С ним удобнее. Вот даже, а вот, кстати, интересно, если вдруг я сяду на корейскую диету, навряд ли там в овсянке должно быть молоко. Скорее всего, там овсянка идет на воде, да? Ладно, надо будет посмотреть, подумать. Ладно, пускай молоко, это я утром иногда пью кофе с молоком.
Или чай, или кофе с молоком. Это Андрей в зефирке по акции 60 рублей. Взяла гречку. Блин, рис вчера за 180, да? 179. Гречка сейчас по акции 130 рублей. Просто мистралишка, она самая лучшая. Вот не знаю, я вот сколько гречек, рис перепробовала. Рис я лично люблю рис самый дешевский. Я люблю, когда он разваривается, прям разваривается в щи вообще, в кашу, в такую просто, вдрызь. И я обожаю такой рис. А вот Андрей, ну и все мои, ладно, остальные, они любят такой рис, который не разваривается. Они развариваются именно мистралевский янтарный, вот я беру еще. Взяла свои йогурты, не знаю, кто захочет, по 40 с чем-то рублей. Что тут у нас еще? А, Андрей взяла еще винегретика 90. Взяла еще рыбы по тазку, она мне пока еще не надоела. Очень удобно запихнул. Я прям даже ее сейчас поставлю, положу, пускай размораживается. Эту доем и поставлю новую партию. Завтра, может, буду есть. Блин, а если она мне надоест, да? Ой, ладно. Сегодня я пока доедаю. Нет, ладно, я ее сейчас в морозилку запихну. Потому что навряд ли я завтра тоже захочу ее. Потому что мне кажется, она сейчас я пообедаю, она мне надоест. Сметанка 15%, 69, батон, 45, по-моему. И вот зашла, я же говорю, в Кирпичный у нас магазин есть, там взяла кусочек вырезки, из которой я сейчас буду делать плов. Плов. И взяла кусочек сырка. Черный граф. Обалденно, мне очень нравится этот сыр. Называется Черный граф. По-моему, это белорусский, но я точно не знаю. Вот. Я название-то не сразу выучила. И вообще, и вот из-за этого всего, из-за того, что у меня такая каша в голове, еще сейчас этот коридор затмений, да? Те, кто в теле, те поймут. Коридор затмений, все такое, ретроградные Меркурии там. Вот. Меня колбасит не по-детски. И мне прям даже не хочется ничего снимать, вот честно скажу. Прям как хоть возьми небольшой хотя бы пару дней отдыха. Потому что ничего не хочется, вообще хочется просто закрыться, чтобы никто меня не трогал, ничего не это. Вот такое у меня настроение, к сожалению. Но, я говорю, настроение, конечно, сейчас одно, а потом бац, ху-ху, и оно у меня так поднимается, что вот вчера вечером прям вообще. Я такая думаю, ничего себе, и даже никакого намека на депрессивное состояние. Так что, ладно, всем хорошего дня. Подписывайтесь, я буду всем рада. Что я сейчас делаю? Вот, загружаю видео. Не видео, а сериалы. Вот это у меня план на дачу. Что посмотреть? «Дом дракона». Я так и не посмотрела его, я уже скачала. «Экзорцист Ватикана». Обожаю все, что связано с экзорцизмом. Потому что сама очень много раз сталкивалась с этим. Поэтому мне интересно, в фильмах иногда бывают и подсказочки интересные. Потом «Последнее королевство, семь королей должны умереть». Это фильм. Знаю, что есть «Последнее королевство», сериал. По-моему, 4 сезона, но это фильм. «Охота на ведьм». «Мэйферские ведьмы», господи, сериал. Вроде как обещает быть интересным. Потом «Аферисты», новый фильм, «Новая игрушка», фильм и «Великая сериал». Вот это мне все надо закачать до дачи. Плов готов. Ярко-оранжевый. Ну, конечно же, здесь томатная паста, куча специй. Я его есть не буду, потому что он слишком жирный. Потом рис, мясо, свинина, да? Так что это я своим. А мои плов все любят. Кстати, как обычно, я все передумала. На ужин я все-таки решила выпить кефир с семенем льна, который перемолотый. Это сейчас у меня будет ужин. Надо как следует размешать, чтобы не было комков. Не люблю, когда комки. Все, сейчас буду пить. Время сейчас 7 часов. У меня сейчас массаж. Решила ноги помассажировать.
только что отходила, не могу я пока 20 минут, это слишком для меня сразу. Я переменно делала, я уже показывала, но я вставлю еще раз, какое упражнение я делаю. Хочешь ли ты похудеть за 3 минуты в день? Да, очень хочу. Сейчас я покажу упражнение, которое разгоняет лимфу, улучшает метаболизм, разгоняет отеки и уменьшает вес. Поднимаем руки вверх. Это упражнение называется «Дерево». Вибрационными движениями мы разгоняем лимфу. Делаем так 2-3 минуты. Тань, активнее. У меня вышло 7 минут. Больше я пока не могу, у меня и так все болит уже. Сейчас делаю массаж ног. И переменно еще делаю вот это упражнение «Дерево». Пока доставала, разорвала нечаянно немного. Но мне нравятся вот эти, кстати, патчи. Прикольно, они такие плотные. Классные. Сейчас иду мыться. И решила сделать себе масочку. Я уже сегодня делала патчи для глаз. И хочу масочку с голубики. Beauty.